История обычная. Как всегда, получили сообщение о том, что возле крупного гипермаркета «Карусель» стоит коробочка с тремя котятами. Ну, одного рыженького забрали, а другие две девчонки трехцветные остались сидеть в коробочке, никому не нужные. Сколько таких по всей стране сидят и ждут своей горькой участи. А эти ждали Лилю. Слава Богу, они спасены. Маленькие, беззащитные, беспомощные, пушистые комочки. И уже больные. Но они попали в хорошие руки. Сейчас их отправят в клинику. Дай Бог, все будет хорошо. Им предстоит обследование и лечение. Друзья, пожалуйста, не забывайте о том, что у нас очень много кошек. Очень. Около 300. Почему я говорю около 300? Потому что эта цифра все время колеблется. То в ту, то в другую сторону. Кого-то забирают, а кто-то прибывает в приют. Эта цифра может меняться несколько раз в день. Типа я снимаю. Понятно. Так. Дети не кушают почти чуть-чуть. Вот этот вес. А вот этот прям очень-очень. Вот этот? Да. А вот этот плохой? Да. Ну, как уже раз, ну, поняла. Сейчас клинику отвезем. Все, посмотрим. Спасибо. Все, ага, спасибо вам. Котята не сидят. Ну-ка, выпрыгивает из коробки. Этот вообще теперь у меня на руках сидит, потому что он мне под педали лезет. Все, вот мы уселись. Мурчат. Ну, это коза, вот просто коза какая-то. Вот такую красавицу положили в коробке. Вот такой ребенок красивый в коробке, ребята. Ну разве можно? Посмотрите, какая красота. Кисю, кисю, кисю. Да. Так, да. Кушаем, кушаем, кушаем. Да. Мамины. Мои хорошики. Тей, куда ты в лес мокрый? Вот так. Вот наши детки подросли. Наши маленькие подросли, да? Кисю. Кисю-кисю-кисю. Кисю. Ребенок, дай я тебя сниму, покажись. Ты такой красивый, такой удивительный цвет, прям красивый-красивый, разводами, как ягуарчик. Очень красивый ребенок. Маленький ягуар, да? Это, друзья, кошки, которые вчера прооперировали. Кошечка. А здесь кошечка и котик. Серенький спрятался. Да, мой хорошик. Это наши прооперированные вчера. Две кошечки и один котик. Да, мои хорошие. Все будет хорошо, ребята. Да, мои маленькие. Все будет хорошо. Этих прооперировали раньше. Да?
Этих прооперировали чуть раньше. Ты моя красота. Вот там мама сидит, вот это ее ребенок. Но мама его не принимает, а рыженькая начала мявкать, спустилась к нему. Вот сейчас будем смотреть, примет, не примет. А вот эта мама отказалась от собственного ребенка, зараза. Вот такая мама. Ну ладно. Иди к ребенку, малыш. Да моя ты красота. Рыжая вообще необыкновенное чудо, а не кошка. Пожалуйста, мы вас очень просим. Не бросайте наших подопечных. Они все достойны жить. Они все хотят кушать. А многим необходимо лечение. Спасибо тем, кто не прошел мимо.